Ну вот он и наступил, 2022 год, и мы его впервые встретили в Рязани в компании наших магаданских друзей. И я не очень люблю делиться чем-то личным, особенно на Ютубе, и поэтому делаю это дозированно и очень осторожно в сторис в Инстаграм. Но сегодня я решила сделать исключение и поделиться своим новогодним настроением и пригласить вас заглянуть к нам в гости. И покажу вам и расскажу кратенько, как мы встретили этот Новый год. Ведь многим интересно, как живут магаданцы в ЦРС, с кем дружат, как отмечают праздники, что едят и что готовят, как живут на свои пенсии и зарплаты, как настроение вообще и не скучают ли они по Магадану и Северу. И я отвечаю всем и сразу. У нас все хорошо, потому что рядом все магаданские друзья, наша семья, дети, мама. И жизнь кипит, и мы не успеваем жить, несмотря на мой жизненный девиз «Асим Хаим» – остановиться и наслаждаться жизнью каждый день. Впрочем, мы это и делаем по возможности. И в этом видео, собранном из сторис в Инстаграм, я не стала удалять музыку с авторскими правами, так как она отражает мое новогоднее настроение. Ну что, пойдемте вместе отметим Новый год. Даже встали, мы встали. Ну, сейчас, подождите. Подождите. Ура! Мы в Новом году! Ура! С Новым годом! Ой, сразу такое сладкое после моего.
Итак, магаданцы встречают Новый год в Рязани. Прошу всех сесть. Вау! С Новым годом, с новым счастьем! Желаю никому в Новом году не болеть, чтобы все было у всех классно. Много денег, благополучия, любви и всего самого-самого-самого. С Новым годом! Ура! Чтоб ставридка не заканчивалась в наших магазинах. Ваша Россия! Да, да, да. Блять, людей ноль. На елку мы не пойдем, мы пойдем на эту елку. Оно или не право, но это мое отчество. Куда идем мы с пятачком? С пятачками. Мы идем пускать салюты. Как на улице хорошо, идет снег. Просто офигенно. Слышите? Слышите? Везде салют. Так здорово. А теперь салют! Ты хоть распечатал ее? И в меня не целься, пожалуйста. Ой! Это типа салютка. Все, да, все. Это для маленьких детей игрушка. Так, Серега, давай повзор. Ой, господи! Все, да? Это у нас такие салюты. Ну, прикольно. Ой! Мальчишки развлекаются. Все? А почему у нас нету нормальных салютов, Серега? Деньги на ветер, говорит. Поэтому вот так вот. Вот так вот. Ох, народ пускает салюты. Классно. Смотрите, какой снег. Не знаю, сколько, может, минус 4-5. Тепло на улице. С Новым годом! Ура! Ура! Этот год был счастливым, без болячек, благополучным. И чтобы осуществились все наши планы, написали желание. Ну что, а теперь можно выпить. Ура, ура, наливай! Стаканчики у тебя. Стаканчики. А сейчас салют от Сережки! О! Только не в меня! Бокалы! Лучше всех стреляем. Бокалы! Бокал. И отметим уже. Пакет тоже налить? Так, кто будет пить из пакета? Ура! Ну ладно, все, мы заняты. Как отражаются они. Посмотрите, как они в окнах отражаются. Класс! Это все по-взрослому. Какой длительный салют. Обалдеть. Так что в нашем районе тоже салюты есть. Класс! Вау! Здорово! Happy New Year! Happy New Year! Ты что, самолет засыпаешь, что ли? Ой! Такое ощущение, будто стоишь на этом, на взлетном поле и машешь для самолета руками. Ага. Ой, это первый наш Новый год в Рязани. В прошлом году мы были в Москве, шел дождь. В этом году чуть-чуть холоднее и очень даже приятно, хорошо на улице. Ну не все ж дома сидеть, мы уже и потанцевали. Вау. Народ выходит, новые салюты. Он ведь знает какие-то знаки, ведь знает.
Олег, это... Так, куда, куда отправляемся? Ты смотри, куртку прожжешь, блин, штаны. Домой пойдешь без штанов. Сожги тую. А вы как отмечаете Новый год? А мы вот так. Магаданские друзья, нам нигде не скучно. И у нас здесь во дворе не скучно. Дети водят хоровод, вы представляете? Здорово! Родители дома бухают, а дети водят хоровод. Это где лето 1 и 2. А мы пошли на большую елку тоже водить хоровод. Видите, мы живем скромно и совсем не скучно, радуемся тому, что имеем, и ценим каждый день жизни. Главное не болеть, а остальное все мелочи жизни. Ну и просьба строго не судить это видео. Не так сказала, не так встала, или наша черная икра не понравилась. Это же наша жизнь, в которую я чуть-чуть для вас сегодня приоткрыла дверцу. Живите проще и будьте добрее к другим, и будет вам счастье. С Новым годом, друзья! С любовью из Рязани, Магаданка Анжелина.